Всем привет, вы на канале Droid Wall. Приобрел себе Samsung Galaxy S5 за 1000 рублей. Итак, как это произошло? Зашел я на Авито, посмотрел, нашел и купил его за 1000 рублей. Все просто. Но есть, конечно же, свои минусы, за такую цену без них не обойтись. Поэтому я расскажу в них в этом видео очень коротко, потому что их не совсем много. Первое, это, конечно же, крышка. Крышка, которая вся разломалась, раздолбалась, как хотите, так и называйте. Вот, и все, в принципе, да, и батарея аккумуляторная плохо держит, и все. Все, все остальное полностью рабочее. Я в шоке, и я просто в шоке. В общем, сама крышка стоит на AliExpress буквально 250 рублей, может дешевле можно найти. И батарейка аккумуляторная рублей на 600. Вот в итоге получается все это дело на 800-1000 рублей всего лишь. То есть, грубо говоря, этот телефон, если довести до ума, то будет в общем счете стоить 2000 рублей. В принципе, за такую цену идеально работающий телефон для позвонить, инстаграмов, контактов и других задач вполне себе сойдет. Камера у него еще более-менее для 2018 года. Не флагман, не бюджетник, просто сам по себе телефон хороший, не Китай. Вот что меня удивило, это оригинал. Я все до последнего думал, что это Китай, но это оригинал, Android 6.0. Работает все просто на высшем уровне, две сим-карты. Я еще флеш-карту засунул туда, в итоге отпечаток тоже работает, только он здесь очень говенный, поэтому я решил им не пользоваться. В итоге все работает. Как видите, никаких лагов, все прекрасно. Камера работает, прям даже, тьфу-тьфу, каба не сглазит. Поэтому, вот, если вы захотите что-то найти, то и вы тоже спокойно это сделаете. Всем спасибо за просмотр. Еще хочу сказать то, что можем кое-что с ним поэкспериментировать и сделать из него мини-копию Nexus 5. Ну, что-нибудь наподобие. То есть голый Android с полностью приложениями из голого Android гугловскими. Поэтому ставьте лайки, поддержите инициативу. Всем пока!